лишайте себя стольких радостей. А чему радоваться? Чему радоваться, я вас спрашиваю? Я десятки тысяч лет слушаю робкий шепот наивных людей про их наивные радости. Спектакль молодежного социального театра «Многоточие». В доме, где живет радость, поочередно селится ненависть, ложь, равнодушие, лень, страх. Но в итоге все они покидают его после того, как приходит разум. Премьера была в день выборов президента. Сегодня показывают по случаю приезда Екатерины Вовк, координатора российского движения школьников в Краснодарском крае. Это медиа-центр. Ребята сами делают видеоролики про школьную жизнь, размещают в социальных сетях. Здесь же рамки с акцией «Голосовач», которая прошла в день выборов. Это далеко не все направления работы. В коридоре контейнер для отработанных батареек. Он не пустует. Каждый может найти себе конструктивное увлечение по интересам. Данила Романов часто пишет для школьной стенгазеты, а часто сам становится героем публикаций. Он лидер движения в школе номер 6. Его выбрали около года назад. Выдвинулся из-за желания проявить лидерские качества. Теперь он и 4 его заместителя по направлениям «Мозговой центр» организуют познавательные, социальные и развлекательные мероприятия. Чтобы детям, которые учились здесь, было интересно заниматься в школе в неучебное время, можно так сказать. Мы продвинули 6-ю школу на общероссийский уровень. Выражается, во-первых, в конкурсах, которые мы подаем также. Мы очень часто участвуем и также даем проекты свои, кидаем свои заявки на Россию и нам приходят ответы. По словам Данила Романова, чтобы быть лучшими на общероссийском уровне, еще предстоит потрудиться. Российское движение школьников возникло около года назад. Его отделение есть в 55 школах Краснодарского края, в Анапе, в 6-й и 3-й. Впечатление очень положительное. Мне очень приятно то, что ко мне вышли и встретили меня именно ребята, школьники. И самое главное то, что у них горят глаза, я это вижу. С ними приятно общаться. Я понимаю, что у них есть крутые идеи, крутые проекты, которые в дальнейшем будут иметь поддержку. По словам Екатерины Вовк, дальше движение будет расширяться по мере поступления инициатив от самих школьников. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.